Здравствуйте. В данном видео мы с вами поговорим об электрорубанке от японского производителя Makita, модели 1806B. Данный бытовой инструмент предназначен для строгания различных пород древесины. Достаточно массивный корпус обусловлен некоторыми факторами. Надежный мотор с ременной передачей мощностью 1200 Вт раскручивает барабан с твердосплавными лезвиями до 15 000 оборотов в минуту, ширина ножей 170 мм, массивная удлиненная подошва и имеется регулировка глубины строгания. Также имеется параллельный упор и возможность подключения к техническому пылесосу. Для безопасности оператора имеется кнопка, блокирующая курок от случайного запуска. Также разработчики сделали легкий доступ к угольным щеткам для самостоятельной их замены. Ну а поставляется рубанок в деревянном ящике вместе с параллельным упором, крепежом для заточки лезвия, шестигранником, переходником на пылесос и треугольной линейкой для лезвий, а также инструкцией. Электрорубанок Makita 1806B – большой и мощный инструмент для качественной и быстрой работы. Более подробную информацию о товаре вы сможете найти у нас на сайте в описании, а также приобрести все расходные материалы и сопутствующие товары в соответствующем разделе. Если данный ролик был вам полезен, ставьте лайк и подписывайтесь на наш занимательный канал на YouTube.